поднимался в гору, ну, потихонечку, и в повороте с левой стороны вижу, что с горы летит автовоз и не вписывается в поворот. Газ кинул, резко тормознул, и в этот момент он прямо в сантиметрах от меня передо мной проскочил, перевернулся и весь рассыпался. Все, вышел, побежал, там от кабины ничего не осталось, никого, ни разговоров, ни стонов, ничего не было. Пошли посмотреть вокруг, аккумуляторы отлетевшие были, как машины все моргали, кто на аварии. Он просто пролетел с бешеной скоростью, искры, и он уже как бы заваливался на левый бок, уже передо мной, когда поворачивал.